10 лет скрипшоу. Переполняют эмоции. Совершенно грандиозная, фантастическая дата. Все-таки 10 лет. Вот даже когда кому-то из менторов говоришь, нам 10 лет, они говорят, не может быть. То есть, видите, сегодня фактически мы дали старт новой эпохи менторской программы. Мне было очень важно видеть, что вся индустрия сегодня собралась с нами, они сегодня разделили с нами этот праздник. Очень круто и большое спасибо компаниям-представителям, которые были на презентации программ, потому что впервые за все время мы показали не просто боевые задачи, а все проекты, на которые будут ребята учиться. Примерами, какие это будут, какой именно это будет киноматериал, что мы будем делать, как делится VFX, где композ, где 3D-генералисты. В этом году у каждой программы на презентации были своя компания-партнер. Особая гордость – это компания «Союз Мультфильм», которая сегодня просто сорвала овации, показывая свой шоу-рил. Безусловно, компания «Шан Дизайн», «Мейн Роуд Пост», «CGF», «CG VFX» – это просто грандиозно и очень круто. Было очень приятно пообщаться с ребятами, с которыми давно не виделся, мы просто в обычной жизни не конкурируем, и некогда встречаться, болтать, а здесь вот самое время. Было очень приятно. После каждого выпускного года в Scream School мы ходим на аттестационную комиссию, в жюри, посмотреть на работу, и какой-то процент из этих ребят, они в итоге оказываются у нас. То есть мы в первую очередь ждем людей с горящими глазами. 2x2 и Scream School сотрудничает уже несколько лет. Мне очень приятно прийти на день рождения, на десятилетие. Я сам отмечаю десятилетие работы на канале 2x2. За это время десятки роликов студентов попали к нам в эфир. И мы с каждого подписываем. Обязательно для нас очень важно вдохновлять остальных студентов и показывать, что в принципе каждый может попасть к нам в эфир. Это очень просто. Помимо прикольных роликов, мы делаем социальные ролики на важные темы, от экологии до спасения елок на Новый год, которых все рубят. И в этом году мы официально узаконили наши отношения. Я стал ментором курса анимации. Для меня очень важно, чтобы у студентов получилось на выходе очень клевое портфолио с разными техниками, разными стилями, чтобы каждый выпускник курс анимации мог найти себя в разных областях, от студии анимации до рекламных роликов или инфографики. Мне очень важно дать широкий спектр, и чтобы это были максимально практические задания, которые тоже попадут в эфир 2x2. Я жду, что будут очень хорошие студенты, мы будем с ними работать, создавать новые проекты, и сотрудники Скрима — это показатель качества на самом деле, и хочется с ними пилить крутые игры и вообще развивать в целом индустрию. В Scream School собрались самые сильные представители российской индустрии. Конечно, очень приятно оказаться в их числе. Фильмы, ролики, проекты, которые получаются, они прям на самом высоком международном уровне. Вот у всех остальных я не про себя в данном случае. И за 2 года, которые проходят в Scream School обучение, выходят достаточно универсальные специалисты. Я уже много раз брал в штат выпускников Scream School и, в общем, понимаю, что это хорошо. Выпускники Scream School в компании «Сила света» — это реально наш золотой фонд. То есть ребята работают у нас остается 100%. То есть все, кто пришли из Scream School, они все у нас остались. У нас не было ситуации, что выпускник Scream School пришел в «Силы света», и он там не остался, не понравился, и мы его не взяли. То есть для меня это прям критерий номер один. Сегодня фактически мы дали старт новой эпохи менторской программы. Мне было очень важно видеть, что вся индустрия сегодня собралась с нами, они сегодня разделили с нами этот праздник. Очень круто и большое спасибо компаниям-представителям, которые были на презентации программ, потому что впервые за все время мы показали не просто боевые задачи, а те проекты, на которые будут ребята учиться. Я думаю, что уже в следующем году дипломом сможем показать очень крутой уровень работы.